Река, старушка. Не слишком ли простое имя для того, что столь радостно и бурно? Река течет неукротимо, коль возраст – главная черта, ты несравнима и мудра. Неужто старым зовется то, что в западных сердцах звенит? Что королей явила лик? И мошек мелких, что портят вид. Чтоб вызов бросить на показ, создатель, попробуй в Авалоне еще раз. И что ты сможешь нам раскрыть за мудрость из своих глубин? Узрела ты наверняка эпохи каменной погибель, рассвет заводов и машин. Янтарный блеск твоих речей и гордость трезвости твоей лишь лживостью пропахнет. Ее достоинство зачахнет. Да, праведно тщеславие. Но дьяволом выбрано твое заглавие. И как такой поток назвать? Столь смелый, волевой, что вьется трепетно в закат, впитавший летний аромат. А имя, что течет лукаво, свободно, как бродяга, и быстро. Миссисипи, вот имя. Истинно твое. Понятней некуда сейчас, что вовсе позабыла нас. На бис? Вы не хотите или... Нет, нет. Так, на бис или... Спасибо. Может, еще станцевать? Или спеть? Я целая кладезь талантов. Пожалуйста, на меня сегодня хватит музыкального творчества. А почему ты вообще так шумишь, если вызвался стоять на стреме? Может, лучше поможешь нам здесь копать? Увы, мисс Пеппер, я был проклят. Проклят с рождения этими веточками. Так что я делаю, что могу. Я отвечаю за... Я отвечаю за атмосферу, а малыш отвечает за копание. Погляди, так и могилу себе выроет. Какой молодчина. Что ж, может сыграть вам рапсодию в соль миноре для духа. Ладно, раз не будешь помогать, то будешь в качестве тряпки. Рокки, кажется, я нашел... Это оно? Ну, если это не оно, то нам придется долго объясняться перед семьей... Германа Хапфемшфиля? Что это было? Ты это слышал? Ох уж неупокоенные души! Мы топчемся по их могилам. Но вы нам ничего не сделаете, черти драные! Вот бы тут была моя мама. Что? Покайся! Да она бы такое позволила только через свой труп. Именно. Ох, Веснушка. Ну разве тебе самому неприятно похвастаться своими навыками чудо-копателя перед этим кексиком? Господи! Ох, я на секунду подумал, что это была твоя матушка. Вот поэтому нельзя тревожить духов и раскапывать могилы и богохульствовать. Братишка, ну уже остынь. Духов видишь только после пятой рюмки. Вот сотню лет назад Бёрк и Хейр вытворяли куда похлеще, но им все сошло с рук. А разве их не повесили? Ну, это все мелочи, мелочи. Покажи, как ловок ты с монтировкой. Слава сам. Ах, жидкое золото! Благодать Диониса! Неповторимый канадский виски! Давайте торопиться. Я заведу машину. Виски на двоих. Эй, не включай фары! Лучше перестраховаться. Ага. А до этого мы типа не полились. Черт! Нет!
лови ее быстрее! Для мисс М важна каждая капля! Вот зараза! Где луч света, когда он так нужен, мисс Пеппер? Уж теперь-то духи я... точно мчатся нашел, со всех нашел! Ног! Да это моя нога, нога! Тут просто темно! Ага, вот она! Хватит, слезь так, меня, Рокки! Подожди! Простите? Похоже, нас ждет веселая ночка. Да, Сэбун. Погоня – это лучшая часть. Ну же, залезайте! Давайте не затягивать. Это пустяковое задание. У нас еще остались дела. Ага, но это пока кажется самое веселое. Не оставлять же конкурентов без внимания. Даже из-за маленьких паразитов может пойти гной. Алло! Где ты научилась так водить? Нигде! Нигде? Не училась водить! Ну, ты своим вождением сбила с толку врагов. Молодец! Продолжай сбивать их с толку! Теперь настал твой звездный час, мальчик-торпеда! Не-не-не-не-не! Да-да-да-да-да! Не-не! Не скромничай! Не, не, не. Ну. Сыграй симфонию! Твою мою! Ну, нифига ж себе. Видимо, это нашивка. Нет, не покидай меня. Кажется, я жука проглотил. У тебя на ужин сочный жучок? Тоже хочу. Не, просто стекло. Крайне непрофессионально. Ну, я не ожидал от них такой гневой мощи. Ну, может, ты тогда сядешь за руль? Нет. Особенно учитывая, что вы избавились от лобового стекла. О, не нравится наш стиль игры? Может, тогда перестанешь быть зрителем и подсобишь? Или нам стоит беспокоиться, что ты скучаешь по старым временам? И что теперь? Тормози! Понесло так? Думаешь, тут безопасно? Прости, прости. Я не специально, я просто чувствую жар пламя, жарящее пламя в... внутри двигателя. Ребята!
Мир полон волшебства. Где бы только билет найти? Подходите, не стесняйтесь, покупайте билеты, покупайте попкорн. И узрите, как самый глупый дрюгач поедет сверху на слоне сквозь пылающее кольцо. У меня уже закончились рукава и тузы в них. Движок все еще не остыл. Даже ты не говорила, знаю, если... Ты говорила, здесь есть пистолет. Да, под сиденьем лежит. Ну, а в чем я не права? Я их отвлеку. Заведи машину. Пожалуйста. Будем возиться дольше, если вы их распугаете. Чего ты так не любишь веселиться? Возьму это на себя. Разберитесь с транспортом. Ёлки-иголки! Ага! Нет! Не-не-не-не-нет! Нет! 4, 5, 6. Бон с вами, зами. Что за чертовщина? Пацан, это за гранью идиотизма. Внезапно цирк приехал к нам. Шут в шляпе. Игги Попотам. Сошел салют и тут, и там. Глядеть на пламя. Шум не гам. Серафина! Что происходит? Рокки. Ах, хоть стой, хоть падай, хоть кричи. Шоу все равно устроят циркачи. Промолвил клоун сгоряча. Нам сценой будет вся земля! Ой! Сваливать!
брови еще на месте? Агась? Четко. Вот веснушка. Держи сувенир. Ну, сначала его надо поджечь. Нико! Брат мой, помоги встать! Черт, ты будто расстроен. Кафе Little Daisy. Громко обговариваемая и скандальная, в конце жизни неожиданно разорившаяся. Знакомая история. Мисс Дункан оставила после себя наследие великого артистизма и смелых инноваций. Повешенная на шарфе. Комический конец перетекает в трагедию, верно? Говоря о трагедиях, мы вернули старого поставщика. Похоронное бюро. Но все это не то. Без тебя. Помню то чувство, что все это... было нашим. В былые времена мы могли загнать туда целую колонну грузовиков. Но сейчас мы роемся в объедках. И пускай это неприлично, Атлас, такова моя ноша. Встретимся внизу. Мисс Эм? Гораций. Дверь, дорогуша. О, точно. Как погодка, мадам? Верно. Очередные трудности с трудностями. Ты наверняка бы смог помочь. Однако я должен оставаться опорой для общества, бароном индустрии, образцовым гражданином. Сказал он, склонившись над своим нелегальным пойлом. О, слава богам, думал, вы уже когти откинули. Зип! А ты сейчас не должен играть на сцене? Кому? Ему? А ты что, Вик? Мне тебе лично серенаду спеть? А, разве что еще после пары стаканов нелегального пойла. Я бы такого выпить не прочь. Виктор? Виктор, знаю, что ты такой всегда, но... бармен должен выглядеть так, чтобы посетители могли плакаться ему в плечо. Более дружелюбно, а не угрожающе. Улыбайся время от времени. Ох, мы над этим поработаем. Бам-ба-да-бам-ба-да-бам-бам-бам! Привет! У нас получилось! Простите, я получилось! За ковер. Джей-Джей! Прости. Так, гляньте-ка, что всплыло из Миссисипи. Мисс Эм, вы будто... удивлены. Рокки, милый, ты по своей натуре всегда утомительный, непонятный... сюрприз. Благодарю. Это, по идее, подлинный Маккой. Посмотрим, будет ли он сюрпризом. Что ж, двигатель определенно запустит. Смело заявляю. Тосол курит в сторонке. Что за послевкусие? Игристое, насыщенное, отдает нотками дуба. Гробовой лак. Точно. Назовем его коктейль «Закат розы». Коктейль «Закат розы»? Звучит неплохо. Ты даже не представляешь, какой ценой мне это досталось. Я очень хорошо представляю.
Утонченный привкус. Ну, так что, все пучком? Ну, в целом, пойдет. Лучше, чем пуля в голову. Но все же, вы так сильно старались ради только этого. Вы будто просто немного поплавали. Ну, я могу, конечно, еще немного выжать из своего пиджака. Произошел небольшой инцидент. Инциденты. Какого плана? Ну, патроны там потратили. Могилы осквернили. Вывеску сломали, потоп устроили, повредили кучу зданий. Еще, возможно, нажили себе смертельного врага. Но динамит и тяжелая техника блестяще решают проблемы. Да, старина? Какой динамит? И даже машина цела. Я починила. Еще вы будете рады узнать, что на моей скрипке после всего ни царапинки. Знаю, что вы старались, но, милый, мы не можем вечно гоняться за хвостом ради столь скудного. Я хотела сказать, что... как бы выразиться... Джей-Джей! Знаете что? Я рада, что ты и твоя скрипка вернулись, милый. Музыка нам бы сейчас не помешала. То есть, помимо Джей-Джея. Ладно, ладно. Давай, пацан, разрядим обстановочку. Насчет динамита и техники можно поподробнее? Мистер Сейбл? Точно. За вас. Эй, давай, ты мне четыре, должен танец. Четыре. Разве? Да, я так решила. Знаешь Чарльстон? Нет. Линди Хоп? Нет. Карусель? Джингл Джангл? Меня в голову ранили. Я буду вести. Просто ставишь лапу вот сюда, а второй сюда. И после перекидываешь ее туда. А потом типа резко останавливаешься. Соедините меня с мистером Свитом, пожалуйста. К великому сожалению, нас отвлекли. Авто вывели из строя, и... В целом вечер пошел далеко не по плану. Погоди, я все правильно понимаю. Печально известный жестокий убийца Мордекай Хеллер звонит мне с просьбой его подвести. Да. Однако, мистер Свит, кажется... Я что, твой отец, что ли? Кажется, что у нас более значительная проблема. Что, кто-то
кто-то растрепал твою шерсть? Тебя измазали в грязи? Фактически так и есть. Но что важнее всего, один из поставщиков, кажется, работает на два фронта. Выходец из Лакодейзи, скорее всего. Они неуклюжи и могут привлечь внимание. С федералами в городе. Да, это и впрямь угроза. Я могу лишь немного угомонить жар верхушек, пока весь город не начал тлеть. Чёртовы драконы. Я тут немного подумал. Кажется, это заслуживает нашего внимания. Ну ладно. Пора завершить кое-какие дела.